Всем привет, уважаемые друзья и подписчики, с вами Лео. Продолжаем играть Sims 3 полная коллекция, пятый сезон. Пятая часть уже, по счету. Продолжаем. Да уж, как обычно, долго. Да, как обычно, долго, 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 долго. Как обычно, долго. Так. Так. Так, продолжаем, друзья, как всегда, как обычно. Кризис на среднего возраста. Продолжаем, как всегда, как обычно. Играть и следить за состоянием семьи. Так, а что я хотел-то? Неправда. Уже забыл. Ладно. Ну, как всегда, как обычно, продолжаем. Продолжаем. Так. А, чуть не забыл. Я хотел вот что. В правом углу то, что вы увидите, видите мою скриншот, фотографии моего нового канала. Дело в том, что я это сделал специально и хочу вам доложить о том, что после того, когда я доделаю вот эту пятую часть, обратите внимание, пожалуйста, что в этом канале у меня будет, естественно, радио и прохождение игры по отдельности. Вот, и если будет трудно найти, то я ссылку в описании скину. Не только, но и ВКонтакте. Группы ВКонтакте тоже. Скину ссылки. Да что вы все там припёрлись, я не понимаю. По-дружески. Компьютер сломался. Поиграл и нельзя сломал. Так, да, вот. И поэтому продолжаем наш разговор. Я хочу сказать, что мы будем, как всегда, как обычно, стримить, но там будет только связано, как я показывал на видеоролике. Но если кто не в курсе, пожалуйста, посмотрите. Ха-ха-ха!
Вот, и то, что вы сейчас увидели на скриншота, я немножко там рассказал про мой новый канал, но я все равно договорю и покажу еще дальше. Дело в том, что я и правда собираюсь туда перейти, потому что я там буду стримить новые игры. Некоторые из них игры будут совпадаться с основного канала, ну там будет, естественно, стрим. Вот. И таким образом... Так, после этого покушать. И спать. Вот. Так. Понятно, а мама где? Она с чечами поехала, там и чечами сейчас покупает. Мама будет такие будут делать. А потом она повезет сюда. Будет повезет сюда. Понятно. Хорошо, Саш. Продолжим. Продолжим. Отлично, продолжаем. Вот. Дальше уже показывать не буду, потому что я так уже показал. И хочу вам сказать, что... Что у нас действительно... Новый канал, естественно, я буду там. Проведу уже, наверное, после... того тогда закончу именно. О, все. Пока на занятии. Через 2 часа. Пока есть возможности. А, уже выспался что-то. А ты можешь починить? Нет, ты еще маленький. Так, вот. Что ж.
Ой, молец. Тоже на работу. Точнее, я не знаю, сколько это займет количество серий таким образом. Все, все на работу. В школу. Ну это естественно, чем выше у тебя уровень карьеры высокий, чем больше у тебя другие должности и по времени графики. Она выполнила задание. Я просто так по... А почему бы нет? Пусть будет так будет. Всё, можно не заниматься чем. Давай. Nebby neat new, Gerg. Четыре тысячи. Ага. Пока нельзя никак. Окей. О, мануш. Mm-hmm.
Бубаглекснор нишнакият. Рош. Молодец. Молодец. Ну вот. Так. Пока что все вроде нормально. Бупси Гёрна, Нубла. А он как раз и занимается. А, пожар где-то по соседству. Кэш! А, случайно... Коша! Роза! Роза Носка! Походу, да. Давайте ускоримся. Так, хорошо. Да вроде все в порядке, пока успеваем все контролировать за троих человека семьи, с одной и той же семьи.
вроде все хорошо. Отлично. Ну что ж, друзья, я заканчиваю. Всем увидимся в следующей части. Всем пока.